Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Old Dutchman, с вами я, Владимир Казарчук, и сегодня я вновь затрагиваю тему похудения, избавления от лишнего веса. Я приведу вам несколько примеров того, как не надо избавляться от лишнего веса, вернее, тех пагубных шагов, которые могут привести вас только к худшему состоянию. Загнать вас в состояние депрессии, загнать вас в состояние частых панических атак, или действительно очень серьезно нарушить состояние здоровья. Пример первый. У меня один знакомый есть, он за год сбросил 22 килограмма веса. Вы скажете: о, это круто, как? Объясняю. На момент начала своей вот такой программы он весил 140 килограмм. Гиподинамия, он не двигался, он живет за счет родителей и жил за счет родителей. Начал толстеть в подростковом возрасте. К 19 годам он уже весил 120, потом 130, 140 килограмм. И настал момент, когда этот человек понял, что надо с собой что-то делать. И он решил просто-напросто отказаться от завтраков. Он отказался от завтраков. Вот уже второй год подряд он ничего на завтрак не ест. Выпивает только, по-моему, чашечку воды и все. Но потом он в обед нажирается как ненормальный. Ужин нажирается как ненормальный. Плюс его вот такой вот комической диеты в том, что она действительно помогла ему избавиться от большого количества килограмм за год. 22 килограмма. Минус такой вот диеты, к которой пришел этот человек, в том, что у него очень сильно стала расшатана нервная система. Он стал подвержен буквально любой мелочи, стрессовой ситуации, которая может оставить негативный отпечаток на нервной системе и на работе мозга. Человек подвержен паническим атакам. Вот так вот внезапно. Скажете: да, такого не может быть, все может быть. Сейчас такое время, что может быть все. Поэтому, если мы свяжем его вот такую вот сумасшедшую диету, когда он утром ничего не ест, а в обед начинает наедаться опять-таки жировыми вот этими вот комбинациями продуктов, которые непонятно откуда, с фастфудов или еще откуда-то он покупает и ест, то вы тогда, конечно, сами поймете, что такая диета такими путями вас до добра не доведет. Это один из этих примеров, как не надо пытаться сбрасывать лишний вес. Второй пример. Я уже вам как-то рассказывал о том, что у нас был тут большой бум по телевидению и в интернет-ресурсах. Одна девушка, как они сейчас называют себя, вот инфлюенсеры, то есть она зарабатывает при помощи Инстаграма, она зарабатывает при помощи ТикТока, она зарабатывает при помощи Твиттера, Ютуба. По факту она где-то работает, но всю свою основную деятельность посвящает заработку в интернете. Молодец, хорошо, все, что я могу сказать. Но, когда я вам говорил об этой девушке, ее зовут София Тиль, ее показывали по телевизору, она рекламировала целый ряд программ для коррекции фигуры, для избавления веса. Многие люди кидались на эти программы. И, естественно, в этих программах нужно было потреблять какие-то определенные продукты питания, вот эту вот фармакологию, там еще какие-то протеины, еще какие-то добавки ерундовые, отказываться от нормальной еды. И за 3 с лишним месяца вы могли прийти к желаемым результатам, которые вам вот эта вот девушка с телевизора обещала. Один маленький момент. Когда эта девушка начала ходить в фитнес-центр, она была, ну так скажем, средней полноты. Обычно нормальная. И она, когда начала ходить в фитнес-центр, она решила открыть свой Инстаграм и выкладывать там свои вот эти результаты тренировок. И так у нее пошли подписчики. Пошло больше, она вложила денежки в развитие своего вот этого вот инстаграмного каналчика. В конечном итоге
не заинтересовалась контора, которая предлагает людям спортивное питание. Вот эту вот всякую ерунду, убивающую ваш организм на подсознательном уровне медленно. Медленно, но верно. И возраст этой девушки, когда она начала предлагать свои программы для похудения и коррекции веса, был всего-навсего 23 года. Скажите мне, в 23 года вы можете без каких-либо фармацевтических вот этих вот препаратов сбросить лишний вес? Вполне. У вас процессы метаболизма работают в организме как, не знаю, как атомный реактор. Вы двигаетесь, организм молодой, растет. Достаточно сложно избавиться от лишнего веса, когда человеку 40, 50, а то и 60 лет. Тут уже многие физиологические процессы в организме человека просто-напросто или остановились, или замедлились настолько, что такой скорости развития, как в 20-30 лет, вы уже не увидите. Поэтому эта девушка, занимаясь своими вот этими программами, с фитнес-тренерами, поедая вот эти вот все препараты, достигла того, что ее рекламировали даже на плакатах, на огромных билбордах, висела ее фотография, плоский живот, кубики пресса, а я достигла своей цели, достигнешь и ты. Многие люди начали кидаться на те программы. В общем, она как иконка вот этого вот толчка вот этой фармы, которая разрабатывает продукты питания, спортивные продукты питания, она свою работу сделала. Что же с ней сейчас? Ей 29 лет сейчас, этой девушке. Она стала действительно толстой. То есть, когда у нее кончился контракт с вот этими вот фармами, на потребление вот этих всех спортпитов и так далее, у нее кончился контракт, она перестала потреблять вот эту вот ерунду. Естественно, у нее немножечко упало количество подписчиков на каналах. И она, эта девушка, просто-напросто стала набирать то, что она насильственным путем сбивала при помощи спортпита. Вот вам минус всех вот этих вот программ с применением спортивного питания, сжигателей жира, как раньше говорили, Гербалайф или сжигатель жира с бромелайном или еще какая-то ерунда. Вот вам негативное влияние на организм тех продуктов питания, тех биодобавок, которые сначала вам помогают, а потом уничтожают ваш организм. Медленно, но верно. И вот еще один пример. Человек, который решил следовать моим указаниям, да, вот такая маленькая реклама. Человек, который решил следовать моим указаниям, отказался всего-навсего от сахара, полностью отказался от сахара, от сладкого, от всей этой фигни, от сдобных булочек, от пирожков, свел хлеб, потребление хлеба свел на минимум. Человек в течение, вот сейчас вот идет третий месяц у этого человека, он избавился от 4 килограмм веса. За 3 месяца он избавился от 4 килограмм веса. Благодаря тому, что я ему просто-напросто посоветовал перестать есть сладкое и свести мучное на минимум. Естественно, я ему сказал, какие нужно делать упражнения для того, чтобы поддержать организм в тонусе, и для того, чтобы укрепить мышцы брюшного пресса. Эти упражнения можно посмотреть у меня на канале. У меня очень много видео, которые я выкладывал именно в тематике избавления от лишнего веса и коррекции фигуры. Упражнения несложные, выполнять их можно в любом возрасте, в любом помещении, при любых условиях. Главное, чтобы у вас была поставлена перед вами цель, и вы хотели ее достичь, то есть желание. Цель и желание. Ну и, конечно же, следование, строгое следование вот этому вот правилу отказа от сладкого и отказа от мучного. Я не буду пока называть имя этого человека, потому что, ну, не особо хочет афишировать себя через интернет. Вот такой вот он странный. Ну, может быть, не странный, может быть, нормальный человек. Но он
благодаря тому, что я ему просто-напросто посоветовал, не есть никаких вот этих спортпитов, не есть никакой фармы, не глотать никакой ерунды, которая якобы за ночь пережигает у тебя сумасшедшее количество жировых клеток, ни в коем случае этого не принимать. Просто отказ от сахара и от хлеба и умеренное занятие физическими нагрузками, физическими упражнениями. Вот и все. Сила, обычная сила того, что можно использовать без вкладывания каких-либо финансовых средств и покупая себе непонятно какие препараты, упакованные в красивую упаковку. Вот такие вот дела. И да, ребята, не забудьте, конечно, подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Вот, пожалуйста, для тех, кто желает стать спонсором канала или желает поддержать наш канал, помочь его развитию, можно или подвести телефон к экрану компьютера или телевизора, отсканировать один из этих кодов, или же, если вы находитесь в интернете через телефон, в описании к каждому видео и к этому тоже, внизу в описании ссылочки. Кликайте на одну из этих ссылочек и вносите донат на поддержку нашего канала. С вами был я, Владимир Казарчук. Всем удачи, пока!